Всем привет! И это очередной влог не о чемский, потому что у меня в жизни ничего не происходит, я просто хожу в университет и на курс корейский. А кто сегодня будет с вами? Я буду с вами. О, ты будешь сегодня вести влог? Нет, я буду просто с тобой. Окей. Вот, мы с Дэной сейчас идем на уроки. По четвергам у нас уроки с 10 и до 7 вечера. Но кто-то сегодня немножко проспал. Мы с Даяной. Поэтому мы идем на 1:30 урок. Стыдненько, стыдненько. Угадайте, кому можно дать приз за неловкость? Вот она. У нас есть предмет English Writing. И там есть же такой simple English для первоклассников. И знаете, что нам задали? Нам задали... Is sentence. Да, нам задали, короче, написать про своего партнера. И мы теперь ходим с этой дурацкой бумажкой. Это не мой друг. Не мой classmate. Это, нет. Это мой партнер. Прятала эту бумажку, чтобы никто не увидел, что у меня там огромные буквы написано «Мой партнер». Вот, это наша последняя пара. После этой пары я побегу на корейский, Даяна побежит на этот... По делам. Да, по делам. Побежит по делам. А еще нам сегодня привезут матрасы, или привезли. Привезли, да? Привезли. Нам привезли матрасы, мы больше не будем спать на полу. И еще сегодня с утра нам привезли. Сегодня с утра нам привезли стол, так что у нас сегодня будет это распаковка стола, распаковка матрасов с мамой. Вот, надеюсь, что вам будет интересно. Итак, Алтана пришла домой после трудного рабочего дня. Учебного дня, да, учебного дня. И нам с Даяной привезли сегодня стол, который мы заказывали. Извините, здесь так грязно. Стол, который мы заказывали, и матрасы. И сейчас мы с вами будем их распаковывать. Итак, тот самый момент, когда мы открываем наш стол. Анбоксинг, или как там снимают видеоблогеры. У нас вот, у меня на канале появился первый анбоксинг. Их всего будет 3. Уху, какой стол. Видите, какой он секси. Маньяч. Переворачиваем. Хоп-хоп-хоп. Получился анбоксинг Даяны. Даяны? Это я в боксе была. Куда вам закажется Даяна? Опа-на. Опа-на. Проблемс, проблемс. Проблемс, very проблемс. Это просто я что-то некрасиво делаю. Наш стол! Большой. Анбоксинг part 2. Даяна. А до этого она мне, знаете, что сказала? Она такая, подожди, подожди. Вот что было до этого. Вот как она ко мне относится, она видео снимает. А что, не нравится, она врет, она врет. Так вот, сейчас... Ты первый правда будешь, я думаю, что я вру. Итак, сейчас у нас анбоксинг part 2. Мне настроение испортилось, меня вообще на меня шикнули. Она врет. Смотрите, какой у нас... На меня опять кричали! Смотрите, какой он смелашный матрос. Хочешь, что я сама крикнула, блин? Сейчас мы его положим. Итак, это второй день моего влога. И погода сегодня просто замечательная, честное слово. Сейчас вижу так и не жарко, и не холодно, так тепло. Вот. И так как кто-то за недели 3 в Корее набрал килограммчик, не будем показывать на этого кого-то пальцем. Так вот. Поэтому я сейчас иду в джим. Ну, плюс еще время свободное есть, потому что всю эту неделю у меня вообще не было времени, потому что я училась, а потом сходила на курсы до 9:30 вечера. Приходила домой, и все, уже как-то никуда и не сходишь. Ну, то есть можно там пойти в кофешоп и там, не знаю, уроки поделать, но так, в принципе, никуда не сходишь. Вот, поэтому, так как в пятницу у меня свободное время, решила сейчас заняться собой. И сходить в джим, все-таки лет скоро. А так, после того, как у меня закончится курс, я активно возьмусь за... Омо, какое солнце. Сейчас опять начнется период, когда Алтанай будет все время забывать свои очки. Так вот, когда я закончу курс, я активно возьмусь за похудение. И кто со мной, пишите внизу в комментариях, что вы со мной. Вот. Начинаю худеть с 8 апреля.
здесь, надеюсь. Сейчас я вам покажу, что здесь вокруг есть, что как. Все-таки вам, наверное, хочется посмотреть на улицу Сеула. Так что вперед! Короче, свинка похожа на Даяну, когда она в растерянности, когда она не знает, что делать. Walking on the beach, our toes in the sand. I can see us on the countryside, sitting on the grass, laying side by side. You can be my baby, maybe we can my baby. Girl, you amaze me, you gotta do nothing crazy. See, all I want you to do is be my love. Короче, чуваки, вышла из джима. Чуть не умерла, пока поднималась по лестницам, потому что я очень-очень давно не занималась. И сегодня, видишь, так выложилась полную, 150 миллионов тысяч процентов выложилась, наверное. И, боже мой, теперь мне каждый шаг дается с трудом, я умираю ужасно, просто, о, ужас какой. Сейчас приду домой, нужно готовить кушать. Сказала Даяне, что я сегодня не буду больше есть, но, видать, не получится. Но лучше съесть что-нибудь пополезнее, чем, не знаю, ночью пойти купить себе бутер. Так что сейчас приготовлю что-нибудь в виде ПП, типа там брокколи тушеные с курицей или еще что-нибудь такое, потому что это реально полезнее, чем есть бургер ночью или печеньку. Так что лучше съесть что-нибудь такое, чем гадость всякую. Хотя кого я обманываю? Короче, если сегодня, если сейчас где-то в течение 2 минут этого влога появится алтная жрущая бургер, не говорила я вам, что я вам сниму, что я ем. Что произошло? Я приготовила рамен нам с Даяной. Ах, стыд, позор. Но так и есть. Очередной день моего влога. Вы, наверное, уже запутались, что происходит, что, где, как, когда. Короче, сегодня 24 марта. Четверг, вроде. И я сейчас собираюсь на корейский. Мы с Даяной совершенно не высыпаемся вообще, мы потому что засыпаем поздно ночью. Я не знаю, у меня какая-то болезнь, я не могу уснуть раньше 12. Сегодня я уснула в 4 утра и проснулась в 8. И вот поэтому я везде хочу спать, а у меня уроки с 10 утра. С 10 и до 7. Вот сейчас 7, у меня закончилась последняя пара. И я сейчас еще должна идти на корейский. У меня корейский с 7.30 до 9.30. Мне нравится корейский, потому что, ну, у меня крутая сансонимка. И, в принципе... Я хочу учить корейский, чтобы потом говорить на корейском. Я впервые начала чувствовать страсть говорить на корейском, раньше никогда такого не было. Вот. Еще сегодня у Даны, ну не сегодня, а завтра у Даны день рождения. Все вы знаете, Дана Мун. У Даны завтра день рождения, поэтому сегодня они нас сегодня... Они... Сколько раз можно повторить слово сегодня? Они нас позвали на пре-пати, потому что у нее заканчиваются ее дела в 10 часов вечера. И мы как раз туда подъедем после моего корейского, потусим с
скорее всего, останемся у них на ночь. Так что, я думаю, будет весело вам оставшийся весь влог, потому что до этого, по-моему, влог был какой-то не очень веселый. Я надеюсь, что, в принципе, вам нравятся такие влоги, там, где несколько дней подряд, а не тупо один день, потому что мне кажется, так интереснее, наверное, почувствовать всю жизнь в Корее, типа так, неделя влога, вот. Так что поехали со мной сейчас на корейский. Мы едем. Мы едем на какую-то станцию на Сен. А к кому мы едем? Мы едем к Дане Янгаре. Ты она хочет вот и кушать. Всегда. Всегда. Еще она хочет припить. Это неправда. Она хочет пипи. Не хочу я пипи. Ой, неловко. Что-то неловко. Но она увлекается на это. Может, я зовут пипи? Может, я погоняла? Давайте новое погоняла, да я на будет пипи. Нет. Ладно, что? Моха гойсо. Ноль кукойсо. О, да я на сегодня какая-то соблазнительная вся. Нет, это просто она какая-то возбужденная. Что ты говоришь? Какая натуральная игра. Она врет. Вот так вот мы едем в метро. Слишком много людей. Слишком близко я, наверное. Слишком близко. Ненавижу, когда много людей. Мои глаза все передают. Почему мы всегда ездим в час пик? Так, репортер Даяна снова с нами. Скажите, что мы сейчас делаем? Сейчас мы встретим Дану Айда, и мы не можем дождаться того момента. Мы долго не виделись. Да. Но если они правда там стоят, я точно не уверена. Если нет, то это фейл. Так, посмотрим. Ну что, они здесь? Дай. Нету их здесь! У тебя есть их телефон? В смысле, у меня-то есть, но я же снимаю. Они, наверное, где-то здесь прям рядом живут. Вот! Я буду специально... А, нет, это не она. Сколько времени? Я сожгу маршмеллоу. А, я сожгу маршмеллоу! Эй, что? Что за... Что? Я говорю, это самая эпик трансляция. Убеждаю. Ясно. Серьезно. Только не говори, что это видео, пожалуйста. Это сейчас королева науки Тани. Пасе, 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 пас